Бабушка Алины Кулаковой – заслуженный донор СССР. Девушка, вдохновленная ее примером, вот уже 9-й раз приходит на донацию, чтобы сдать кровь и, возможно, спасти тем самым кому-то жизнь. Мне мама рассказывала, что у меня очень много кровных тетей и дядь по всем республикам. Она очень много помогала даже маленьким детям. Но у нее все три ребенка, они в детском садике переболели желтухой, поэтому никто сдавать не мог. Так что я вот решила продолжить династию. На Щелковской станции переливания крови, сегодня это обособленное структурное подразделение Московского областного центра крови, состоялась донорская суббота. Для тех, кто не смог попасть в учреждение в будний день, появилась возможность осуществить донацию в выходной. И таких людей немало. Кровь сдаю уже не первый раз. Сегодня у меня уже 20-я донация. Первый раз я еще начал сдавать кровь в техникуме где-то в 88-м году. Наверное, здесь видите часто уже знакомые лица. Да, бывает, что одни и те же люди приходят. В Щелковское подразделение центра приезжают как жители нашего городского округа, так и соседних муниципалитетов. Кто-то имеет большой опыт, кто-то впервые решился стать донором. Пройти донацию может любой желающий, совершеннолетний гражданин, не имеющий временных и постоянных противопоказаний. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Быть донором крови, помогать людям, спасать их жизни – это дело благородное, почетная миссия. В эту донорскую субботу более 80 человек сдали кровь. В результате удалось получить свыше 42 литров. Анна Бальет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.